моряки, десантники, танкисты. Каждый ребенок отвечал за своего бойца. В семье Богатовых Дробышевых 8 детей, 5 родных и 3 приемных. К фестивалю готовились всю неделю. От остальных не отставал и самый младший, хотя ему всего 1,5 года. Папа у нас вырезает, дети помогают, и потом все вместе, значит, они разукрашивают. Пирог пекли, помогал старший. Ну, в общем, он болеет, поэтому он мне и помогал. Помогал тесто висеть, помогал. Ну, в общем, все помогал. Ну и, конечно, самый маленький залазил на стол и пытался все повидло съесть. Фестиваль «Подснежник» в Куйбышевском районе проходит уже в 18-й раз. В этом году он посвящен 70-летию Победы. Ребята из многодетных, малообеспеченных или неполных семей, а также дети-сироты от 7 до 18 лет демонстрируют свои таланты. Кто-то ограничивается поделками, а кто-то решается покорить сцену с самого большого Дома культуры района. В этом году в районном туре фестиваля принимают участие более 220 ребят. Они каждый год ждут этого. Они просто готовятся к этому, звонят, всегда спрашивают, какая тема, что приготовят. И вот что это происходит во дворце ДК «Нефтяник», для них это тоже событие, это праздник. Главный приз для лауреата фестиваля подготовил городской департамент семьи, опеки и попечительства. Победители отправятся в круиз по Волге до города-героя Волгограда. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.